Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем очень быстро простой, но симпатичный ободок из розочек. Как он делается? Мы будем делать с вами из уже готовых розочек. Можно, конечно, розочки сделать самостоятельно, в них нет ничего сложного. На сайте многоидей.ком есть уже много достаточно мастер-классов по изготовлению различных розочек. Сегодня мы с вами рассмотрим из готовых розочек, из китайского фоамирана, уже купленных. Если вам понравится мастер-класс, вы не захотите, допустим, работать, делать розы, вы можете, в принципе, не сильно дорого купить у меня эти розочки. Они есть в наличии разного цвета. Сейчас мы с вами приступим к изготовлению. Возьмем фоамиран зеленого цвета, чтобы сделать чаще листик. Я использовала такой шаблончик для изготовления цветочка. Все вам приложу потом, чуть ниже в описании. Сделаю ссылочку. Возможно, может быть, не сразу сделаю ссылку, потому что мне нужно будет написать статью. Может быть, видео появится немножко раньше. Смотрите, когда мы берем розы, сейчас я вам покажу. Они в упаковочке могут быть мятые. Они могут быть сильно мятые, могут, видите, как они выглядят. Возможно, не понравится вам. Но их можно расправить на самом деле. Здесь сложного ничего нет. Их нажимаем, вот так крутим слегка. Конечно, все, видите, она уже совсем уже другой вид сделала себе. Здесь закрытая, тоже ее вот так покрутить. Видите, она уже раскрывается. Тоже розочка становится красивая. Так, смотрите, даже мне вот это больше нравится. Так, сейчас мы возьмем фоамиран зеленого цвета, розочку. Я использую дротик, можно использовать зубочистку. В общем, кто как привык, тот так и вырезает. Вырезаем с вами чашелистик. Я уже полностью сделала. На ободочек, я думаю, 10 розочек хватит. Но если в крайнем случае не хватит, то мы их просто доделаем. Так, вот смотрите, вот получается вот такая заготовочка с фоамирана. Мы ее вырезаем с вами. Ее вырезаем. Опять же, тут зависит, допустим, чашелистик делать какого размера, потому что розочка может быть меньше, например, больше размером. И смотрите сами, я делаю вот примерно вот по размеру розы, делаю как бы кружок и уже по нему рисую уже чашелистики. Сильно, если у вас там, допустим, какие-то получатся неровности, ничего страшного, все это скрутится, свертится, будет очень красиво. Можно приложить к утюгу, потом затем чашелистик. Но мы его с вами скрутим. Ну, не знаю, почему мне так больше нравится. Мне кажется, он более выглядит естественно и натурально. Так. Лишнее убираем в сторону. Так, смотрите, теперь нам нужно сделать насечки. Вы видите, у каждой розочки по краешку получаются вот такие красивые зазубринки, как у настоящей розочки. Вот у каждой розочки получаются такие. Мы с вами сейчас научимся их делать. Смотрите, делаются вот такие наискосочки. Наискосочек вот так раз. Раз, раз. И таким образом мы полностью проходим весь чашелистик.
Можно даже вот эти ободочки из белых роз делать на свадьбу. Я думаю, очень будет... Можно, конечно, экспериментировать, делать не так вот, допустим, из 10, там делать больше или больше размером. Я имею в виду белые розы, они вообще очень свадебные цветы. Думаю, что будет очень красиво смотреться. Данный ободок я делаю в школу ребенку на 1 сентября. Уже были другие украшения готовы, но она сказала, хочет идти распущенная у меня, волосы завивает. И поэтому маме приходится сейчас сидеть. Так, здесь мы уже все переворачиваем. И пошли, видите, как они у нас получаются, зазубринки. Вот их видно, видите? Если их пальчиками вот так расправить, вот оно их видно. И с этой стороны проделываем все то же самое. Допустим, там не переживайте, что вы там больше, меньше. Там сильно как бы за этим следить не обязательно. Просто делаем наскосок, чтобы у нас больше походило на чашелистик. Не просто тупо вот так режем, а именно наискосочек делаем. Вот так. Так, ну вот, смотрите. Если их распушить, расправить, вот я сейчас одну вам распушу. Ну вот, я думаю, что видно. Получается вот такой. Теперь смотрите внимательно. Теперь я загибаю вот так. Ни в коем случае не вот так. Две. Не вот так. А загибаю вот так. Чтобы он получился ровненький. Если мы будем по-другому его закручивать, он получится весь наперекосяк и будет некрасиво смотреться. Именно вот так. Затем вот эту мы накладываем отсюда. Давайте я вам поверну, чтобы видно было. Чашелистик загибаем вот так. Не вот так. Не вот так. Две. Видите? Одна, чтобы была вот здесь. Вот так. Вот. Затем вот эту сторону загибаем сюда, а вот эту сторону загибаем под низ. Получается, эту наверх, а ту вниз. Теперь смотрите. Равняем и вот таким образом начинаем крутить. Слегка. Старайтесь. Я делаю немножко в ту сторону, немножко, получается, как бы крутим, выкручиваем, как сказать-то, раньше вот выкручивали так одежду, когда стирали. Вот, и таким образом крутим. Она у вас должна... А потом ровно вот так кручу. Потом опять туда. Потом опять ровно. И я под руками прям чувствую, что она у меня становится тоньше. Она у меня была объемная. Видите, она мне тоньше стала. Вот такая получается заготовочка. Теперь смотрите, если мы ее аккуратненько расправляем, у нас получается чашелистик. Вот такой симпатичный. Видите, как натуральный. Я делаю из оливкового фоамирана. Вообще можно делать из зеленого. Фоамиран также вы сможете купить у меня. Он есть в наличии. Все цвета в палитре. Цена достаточно низкая, невысокая. Теперь смотрите, наносим клей на фоамиран. Вот так по кругу слегка немножко. И чашелистик вот сюда, вот таким образом, оп, и расправляем. Вот так. Все. Вот такой цветочек розочки у нас получился. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что от ваших комментариев зависит, будет ли выходить следующее видео или нет. А в следующем видео мы с вами украсим ободок и посмотрим, какой он у нас получится.